Профсоюзы принимают активное участие в подготовке к выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Лидская районная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса тоже выдвинула в состав участковых избирательных комиссий своих представителей. После встречи председателя Федерации профсоюзов Беларуси с главой государства на 10-м пленуме была определена основная концепция по участию профсоюзных организаций в выборах. Также на пленумах Республиканского комитета, областного комитета были заданы основные направления участия наших профсоюзных организаций. Это выдвижение в состав участковых избирательных комиссий, выдвижение представителей в наблюдатели на участках для голосования. Мы выдвигаем всего 43 представителя на участки для голосования трех избирательных округов. Это Лидского избирательного округа номер 55, Неманского избирательного округа 56 и Замкового избирательного округа номер 57. Из 43 7 человек являются председателями первичных профсоюзных организаций, а также еще порядка 10 являются профсоюзными активистами, то есть входят в состав Ревкомиссии, в состав профсоюзных комитетов. Выдвижение кандидатов в состав участковых избирательных комиссий завершилось 29 сентября. Образованы они должны быть не позднее 2 октября. На территории Лиды и Лидского района таких будет 74. В их состав выдвинуты представители общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов и граждане путем подачи заявления. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут в Беларуси 17 ноября. Досрочно проголосовать можно будет с 12 по 16 ноября.